Дорогие друзья, сушилка для посуды. Слушай, как мне нравится наше название. Помощница. У нас вообще уникальное название. Благодарность, кто это придумает, от компании Велберг. Это уникальная подставка, которая действительно поможет вам высушить вашу посуду. Пластик, ударопрочный, с ним никогда ничего не произойдет. Посмотрите на экран, какая она вместительная. Если у вас большая, естественно, семья, вы можете с легкостью разместить посуду любую. То есть все очень просто Олег, и легко. Вот знаешь, у меня дома такая проблема, у нас маленькая кухонька, маленькая сушилка. Тарелки все по размеру разные, то есть и большие, и маленькие. И периодически большие выпадают. Более того, я тебе хочу сказать, что у меня из подарочного набора тарелку я поставила, она не удержалась, упала и разбилась. Это говорит о том, что ты покупала не у понятных производителей. Здесь все понятно, потому что телекомпания Shop & Show представляет только качественную уголь. А как это ты в разные стороны кладешь, она не падает? Сейчас упадет. Это, кстати, как вариант. Давайте я сейчас разверну наши телезрители. Что любого размера тарелки я как не ставлю, они не выпадут? Нет, здесь абсолютно не выпадет. Давайте рассмотрим поподробно. Вот сейчас. Итак. Давай уберем и положим, потому что я хочу это видеть, Олег, я хочу это видеть. Еще раз, я выкладываю. Давайте я покажу, как она устроена. Давай. Во-первых, здесь съемное все. То есть, если стекает сюда вся вода с наших тарелок, вы можете с легкостью... Смыть все. Да, помыть в посудомоечной машине. Кстати, давайте-ка я сейчас вернусь. Да что это посудомоечный? Вот, обычно протереть и все, Олег. Во-первых, это очень прочный пластик. Очень просто. Ребра жесткости. То есть он, посмотри, никогда не... Да. Так, подожди, давай. Вот так вот видно? Посмотри, видно, я его видно, специально видно. Силой кручу. С ним ничего не происходит. Ребра жесткости. Специально все сделано. Борт. Вода даже, если много сюда стекает, здесь абсолютно все очень просто, никогда не мыться. Тем более в процессе она выпаривается. Я ставлю, помещаю следующий механизм, который здесь входит в комплект. Вот это самая сушилочка. Да. Кстати, вот сушилка. Это тоже снимается, сейчас покажу. Вот это нержавеющая сталь. Давайте я вот так вот ее повращаю, чтобы вы видели. Нержавеющая. То есть, несмотря на то, что будет контакт с водой, она не заржавеет. Ничего не будет. Посмотри, ты можешь так... Либо вот так. И самое интересное, что это два цвета на выбор. Можно подобрать тот, который Супер, тебе нравится. Супер, это вообще отлично. Так, вот это у нас для вот чего это стакаш? Вот, хотел сказать, вот эта штуковина, да. Вот эти два стакана, они вот сюда помещаются специально на вот эти вот выпуклости. Крепим, смотрите, так. Раз, путем защелкивания. И здесь также есть дырки, где сливается лишняя вода. Ну, кстати, отлично, смотрите, здесь тоже не будет вода скапливаться, не будет бактерий скапливаться, не будет ничего ржаветь. Леночка, но если тебе вот это не нужно, и ты хочешь где-то мне в другом, ты можешь нужно. Отдельно, ну, просто отдельно, чтобы она тебе не мешала. Все. Да, Олег, скажи, пожалуйста, то есть мы можем абсолютно любого размера тарелки вставлять, они, во-первых, не выпадут, то есть не нужно определенного крепления для больших Конечно, или маленьких смотри, тарелок. Вот я сейчас все размещаю Давай, сюда и потом мы с тобой протестируем. Я просто у вас тут действительно... Места тут есть для чашек, для столовых приборов. Как это сталь называется? Хромированная? Хромированная.